зачем пугаешь нас, Тата-то? А что, весело же! С чужими голосами балуешься, свой не бережешь. Мой так однажды попал в ловушку для голоса. Ты делаешь, Тайка? Песню сочиняю. У нас праздник сегодня. Аме-а-ма-а-мо, аме-а-ма-а. Ну как, нравится? Красиво. А может, мою песню возьмешь? Рычальную. Или мою, завывальную. Или мою. Аф-аф-аф. А вот, вот моя песня удачи! Учись, Тайка! Эу-эу, даки-дыки-кю! Дак-дак! Эу-эу, даки-дыки-кю! Дак-дак! Здорово! Эу-эу, даки-даки-кю! Эдак-эдак! Не-не-не! Когда эдак, надо топать, топать и клевать, клевать! Эдак, эдак, эдак! Летит! Красиво! Эу, эу, даки-даки-ки! Дак-дак! Ой, что случилось, Тайка? Тайка! Голоса нет! Куда делся твой голос? Я его видел! Он полетел туда! Что я мог ответить друзьям? Я так старался петь, что голос сорвал. Побежал домой теплое молоко пить, чтоб голос вернуть. Держись, Тайка, мы найдем твой голос. Может, голос Тайки там, внутри? Но он же там не насовсем. Голос Тайки в ловушке! Это не твое! Это не твой голос! Отдай! Не отдает. Давайте отнесем ее к Тайке. А это чтобы голос по дороге не выпал. Тайка, мы твой голос нашли. Он в ловушке. Красиво звучит. Ура! Ура! Голос вернулся! Ух ты! И
и правда. Как она тебе его отдала? Мы на нее и рычали. И кричали. А ты просто погладил. В этой раковине живет эхо, дух, который за всеми слова повторяет. Но если с ним по-доброму, то и он будет добром отзываться. Поет, как море. Таки-таки, хватит море слушать! Итак, ты споешь мою песню, Тайка? Я спою свою песню, Пычек, раз мой голос теперь со мной. А я подпою! Эу, эу, таки-таки, кей! Так-и-так, эу, эу, таки-таки, кей! Эх, хорошо я тогда спел. А Умка узнал, где эхо живет. Волк? Ой. Та-та-та, Омран твой вой забрал. Ну и ладно, я больше с чужими голосами не играю. Шепчут звезды в небесах, Умка. Вместе мы ночь светла, Умка. Омран, та-та-та, вот вы где! Маленькие Ой. Рукавички. Бубен вам не игрушка. Это вещь особая. Может говорить с природой. Не веришь? Когда-то он помог нам с Умкой вернуть солнце на небо. Новая сказка про Умку? Как интересно, дедушка Тайка! Расскажи! В тот день черная тень закрыла солнце. Мы верили, что это злые духи украли светило. Осталось от него только... Наше племя готовилось бить во все бубны, чтобы прогнать злых духов и вернуть солнце. Я участвовал в церемонии первый раз. Волновался и забыл колотушку в яранге. Свет, куда же ты? А я быстрее света! А? Смотрите, в небе дыра. О, а куда делось солнце? Ой, вот же оно, упало! Круглое, значит, солнце. Холодное, остыло, наверное, пока падало. Солнце в лапах! Вот удача! Пычек, но без солнца всегда будет темно. Это нехорошо. Надо его вернуть на небо. Носом лучше! Нет, хвостом! Вы чуть-чуть до неба не долетел. Так ничего не получится. Слишком высоко. Когда я хочу дотянуться до чего-то высокого, забираюсь на мамину спину. Тем временем я обнаружил пропажу и отправился на поиски своего бубна. Сейчас помогу! Ой,
солнце, не убегай! Кора, Пычик, за ним! Да! Ой! Ильма, хватайтесь! Я Чайка Удачи! Я всех спасу! Солнце! Ты чего дерешься? Слишком скользко! Не залезть! Слышали? Солнце поет, если постучать с этой стороны. И может позвать на помощь. О! Спасибо, Тайка, что вытащил нас и солнце. Я рад, что вы целы, друзья. Только это не солнце, Умка. Это мой бубен. А где же тогда солнце? Неужели мы его больше не увидим? И тут в нашем стойбище начался обряд. Я слышал звуки бубнов. Не хватало только моего. Не переживай, Умка, мы сейчас вернем солнце. Теперь вы знаете, почему у нас говорят «бубен ярар» — солнце в руках. А я, когда на нем играю, будто снова здороваюсь со своим другом Умкой. А что ты пишешь, Нану? Письмо для Умки. Медведи читать не умеют. А вот и нет, маленькие рукавички. Звери тоже читают, но не как люди. Они читают следы. Ого! И Умка тоже? Расскажи, дедушка Тайка. А как же? Белое одеяло накрыло тундру. Следы людей и зверей на нем словно узор. И встретили среди них Умки, ни на что не похожие, таинственные следы. В тот день я взял у отца его новые лыжи, чтобы покататься. Ох, и весело мне было! Моего друга Тайке. Вот удача! Летим за ним! Или бежим! Ой, следы Тайка пропали. Тут они есть, а тут их нет. Я знаю! Тайка просто взлетел! Чую здесь Тайка, дерево и рыбу. Точно, пахнет рыбой. Рыба на деревянных ногах. Ух ты, пойдемте за ними. Опа!
Вот и ты, рыбонька моя. Эй! Это моя добыча! Ты! Рыбкой пахнешь. Я передумала. Иди сюда. Не уйдешь. Ах так! Какая сухая рыба! Я тебя намочу, размягчу и проглочу! А что бы вы сделали, если бы ваша вещь попала в когти росомахи? Я бы ее как? Вежливо попросил вернуть, да? Росомаха — зверь коварный. Нос к носу с ним лучше не встречаться. Но вернуться домой без отцовской лыжи мне было стыдно. Ой, Умка! Тайке! Друзья, откуда вы здесь? Мы шли по твоим следам. И следам чудища! Какого чудища? Деревянной рыбы, которая пахла, как эта странная палка. Это же лыжи, Ильма, чтобы ходить по снегу. Я смазала их рыбьим жиром, так они лучше скользят. А почему лыжа одна? Ведь ног у тебя две. Одну лыжу я потерял, и Маха нашла ее раньше. Понял! Никакого чудища не было! Даже жалко. Оно бы спугнуло Маху. Умка! А ведь это идея! Да, все еще жестковато. Может, на другой клык положить? Кто такой? Чего надо? Это моя еда. Я первой ее схватила в нечестном бою. Ты чего? Уйди! Отстань! Я тощая и невкусная! Я! Страшное чудище! Наша дружба победила. Спасибо вам. Ой, смотрите, на лыжи я оставляю такой же след, как и Тайка. Где? Так, Умка и тайну следов разгадал, и другу помог. А Маха еще долго про чудище помнила и к стойбищу нашему не приближалась. А я закончила письмо для Умки. И я. Ha 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 ha